Уезжай. Нет, не успели. А когда едем назад, смотрим назад. А потом сразу ко мне. Ну что, вот тротуарная, блин, тактильная плитка, что махает? Ой, как хорошо. Вот это вон. Для слепых. Не-не-не. Уважаемый, это тротуар. Ну да. Общественное движение стоп-хам. Мы заехали на тротуар. Здесь нету парковочных мест. Журнальчик решил почитать. Достаем наклейку. Да. Давай. Если он хочет чем-то закрыться, мы ему сейчас закроем. Уважаемые, это не парковка. Здесь нельзя стоять, здесь нельзя ездить. Я сейчас уеду. Ждем, пожалуйста. Сейчас уеду. Сейчас ждем, уйдет, товарищ, уеду. А вот за это время мы уже успеем наклеить две наклеечки. Нам в центре делать нечего больше, да? Так, а мы чем это не центр? Мы есть в центре, и здесь, и там, и тут. Не что такое, избранный, что ли? Не важно где. Это что? Это что сейчас такое? Я уезжаю, уезжаю. Уважаемый, вот по кратчайшему пути. Вот по кратчайшему пути. Нет, мне туда надо. Ну, я не спорю, а пожалуйста. Что, там совсем, что ли? Ну, уйди с дороги, да я уважаемый, уезжаю. Вы сдаете назад и выезжаете на проезжую часть. Уважаемый, вы нарушаете общественный порядок. Уйди, я поехал. Уважаемый, вы нарушаете общественный порядок. Сдавайте назад и выезжайте на проезжую часть. Осторожно, пешеходы. Бля. Уйди туда, вы что, надо. Вы что, не учите, правда? Уважаемый, вы нарушаете общественный порядок. Не надо мне засовывать. Погоди, погоди. Не надо мне засовывать. Просто катайтесь. У вас что, я сейчас накатаю тебя, знаешь, куда? Ну и что? Я что, на дороге стою, что ли? На пешеходном переходе? Да, вы стоите на тротуаре. Здесь пешеходная. Вот мы заехали через эту. Вы же все заезжают сюда. Да, и все нарушают, и что? Ну ладно, подожди, сейчас я поставлю машину, подойду. Да, подходите, ему. Проблема, что мы тут стоять будем еще часа три. Таких, как вы, будем снимать. Кому там клеить? Кому там, клеить? Машину. А мы сначала разговариваем с водителем, как мы с вами. А я могу подъехать, выйти, а потом выйти, вы сами будете разговаривать, да? Нет, ты это выключи, ерунду. Можем поговорить, а потом уже... Можете вы их хуй пососать, ёптали. Уважаемый, вы же нарушаете общественный порядок. Пошел ты нахуй. А если я на вас напишу заявление участковому? Беги. Ну, то есть вы чувствуете себя абсолютно безнаказанным? От меня, ёбаный, вот так. Стойте. Здравствуйте, здесь тротуар. А? Здесь тротуар. Ну, я что, не могу? Ну, не на тротуаре, извините. Автомобили, в принципе... Конечно. Конечно. И вам хорошего дня. Вот так вот ты желаешь человеку хорошего дня, а он тебя на три веселые буквы посылает. Россия! Здравствуйте, общественное движение стоп-хам. Вы заезжаете на пешеходную зону. Иди ты нахуй, придурок, блядь. Вот смотри на меня, иди нахуй. Понял? А вы ответите за свои слова? Отвечу. А вы по понятиям будем или по закону? Как хочешь. Если я буду с вами по понятиям, меня посадят по 105. Точно. Я тебе сказал, куда?
Я тебе сказал. Может быть, посядьте второй сразу. Офигеть. А потом сразу ко мне. Что? Машину с тротуара уберите, пожалуйста. Нарушаете по правилу 12.4 статьи 12.19.66. Запрещено у нас парковаться на тротуаре, если это не позволено правилам дорожного движения. Так это вот при... Что? При магазине парковка. А где это написано? То, что это парковка при магазине. И когда у нас были парковки при магазине? На тротуаре. Объясните мне, пожалуйста. Я не знала, я всегда понимала, что сюда можно в спар заехать. Это и... вы можете где-нибудь возле Ашана. Патруль в машине, подойдите, пожалуйста. Машину убираем с тротуара. Здравствуйте, вертолет стирального. Документ можно вообще? А что случилось? Езда по тротуару. Где же парковка, супермаркет? Где? Вот, знаки висят или что? А знаки висят, или разлинованные? А? А знаки висят, что туда нельзя заезжать? Знаки? Да. А какие должны быть знаки установлены, что езда по тротуару езда у нас разрешена? Запрещена. Езда по тротуару, уважаемый. А где здесь тротуар? Зачем здесь заезд на тротуар тогда сделать? Тротуар здесь есть? Ну, заезд, видите, на тротуар? Ну. Здесь всю жизнь все паркуются. Только сейчас об этом узнали? Почему сейчас? Сколько мне известно, месяца два здесь. Приучаем народ не парковаться. Хорошо, меня приучили, я больше не буду. Документ можно вообще? А что случилось? Нарушают вас, слони. Здравствуйте. Перпетален стрельнул. Да? Да, удостоверение техпаспорта. Я что? На тротуаре. Тротуаре. Что, Николай Александрович? Я просто видите, думал, что это тут парковка, потому что меня. Видите, вот здесь вот. Я знак не вижу. Я знак не вижу. То, что разрешено парковаться, видно, знак тротуар. Когда знак будет, да. Я не знаю, что это тротуар. Ну, я понял, что я нарушил. Прошу прощения. Машину прошу понять, убираем, простите. Паркуем ее по правилам дорожного движения, подходим к патрульной машине. Штраф снова выпишем. Можно тогда нашу штраф и поймем? Ну да, вы машину уберите. По правилам. Сейчас, я туда телепаркуюсь, и куда подойти мне? С мигалкой справа. Вы сюда покажу. Подойдете, хорошо. Я здесь. Тротуар запрещено в парковке. А тут же прям парковочные места специальные. Где? Вот. Разлиновано? Да. Где? Ну подождите, начале. Где разлиновано? Вот в самом начале было разлиновано. Где? В каком начале? Покажите. Здесь всю жизнь здесь все паркуются. Мне не надо всю жизнь. Ну я понял, хорошо, по здесь правилам, нельзя парковаться. По правилам это положено или нет? На тротуаре разрешено? Не положено. Нет. Вот вы сами отвечаете на свой вопрос и сами же начинаете здесь парковаться. Для чего? Ну я пошел в магазин, припарковался. Ну а почему там местные? Ну потому что я считал, что здесь это как парковочное место. Знаки стоят? Нет, не стоят. Если не стоят знаки, значит что? Значит, не парковочное место. Правильно. Машину сейчас отсюда выезжаем, съезжаем в патруль нашу машину, документы ваши. Мы
заехали за едой, простите, пожалуйста. Мы сегодня ну, не тротуар. Ели. Ну, тротуар. Вопрос есть какие-то? Нет. Значит, все, штраф, сейчас. Все. Выезжаете, машину паркуете по правилам дорожного движения, подходите к патрульной автомашине. Часто говорю, Женя, покажи, стоит машина ГИБДД. Эвакуатор в данный момент забирает автомобиль с тротуара, но нет, все равно даже в этом случае люди заезжают. Скажите мне, пожалуйста, если кто-то смотрит из тех, кто, так скажем, нас не любит, вы чем думаете, друзья? Ну вот серьезно, ну. Вот смотрите, человек боится, он стоит за бордюром для того, чтобы вас. Видите, за бордюром стоит, боится, испугался машины. Боится. Заминируйте там машинами. Он залезет в нее. Нет, я не боюсь. А? Человек меня не боится, чего вы наговариваете? Нет, не боится? Нет. Смотрите, пошел. Во, видите, он сказал, нет, спросите его лично. Боится. Ладно, давайте, уезжайте осторожно. Хорошего вечера вам. Удачи. Больше не нарушайте. Я не нарушал. Ну как, тротуар.